Это наш Бетховен. Сниматься мы не любим. Как и каждый человек, каждая собака тоже имеет свой характер. Наш Бетховен уже в возрасте. День рождения его 3 мая. Ему уже 16 лет. Имеет багаж, жизненный опыт за плечами. Опыт у нас большой. Он, говорят, каждая собака похожа на своего хозяина. За 16 лет мы прекрасно это поняли, и действительно это так. Бетховен похож на нас, мы похожи на Бетховена. Он очень любвеобильный, очень доброжелательная собака. Но так как собака со своим характером, это такса, жесткошерстная, очень активная собака. Очень активная собака, охотничья собака. Люди, которые занимаются охотой, таких собачек берут, они их достают с нор. Достают лис с норок. Вот. Мы охотой не занимаемся, но это стал наш любимец. Он везде ездил с нами. Мы ездили на Тарханкут вместе. Много пережили, когда он бегал в гости к девочкам-собачкам. Я на него обижалась. Ну, это ему так просто не прошло. Он упал со скалы, повредил себе, выбил пару зубьев. Вот. Но все обошлось. Правильно? На ошибках учимся. Все у нас обошлось. Все хорошо. Сейчас, так как и за всеми, скажем, за всеми старенькими надо ухаживать, наш Бетховен до сих пор имеет свой характер. Он до сих пор доминирует. У нас 3 собаки. Дашку он гоняет. Она ему просто уступает. Хоть Дашка в 2 раза больше, за него выше. Но она просто его... Просто уважает старость. Да? Уважаем старость. Бетховен любит расчесываться. Ну, уже вот так. Вот так. Молодец. Молодец. Покажись. Покажи свой носик. Картина у нас есть Бетховена. Есть картина. Его девочка-художник нарисовала, когда ему было 2 годика. 2 года это была взрослая собака. Вот такие же хорошо такие блестящие глаза и блестящий нос. Ну и сейчас уже седые брови, седая челка. Но такой же до сих пор. Собака есть собака. Если ему что-то не нравится, это очень ревнивая собака. Поэтому хотелось бы сказать, друзья, мы за 16 лет узнали, очень полюбили нашего друга Бетховена. Почему назвали его Бетховен? Потому что, когда Бетховен у нас появился 16 лет назад, наша дочка занималась на фортепиано. И вот мы вначале его назвали Моцарт. На Моцарт он не отозвался, а на Бетховена он пошел. И так и стал Бетховен, и вел себя как Бетховен. Когда я говорила, что у нас есть собачка Бетховен, все думали, что это громадная собака с фильма «Бетховен». А у нас вот такая собака, но со своим характером. Бетховен. Ну все, Бетховен, иди спать. Он, как каждая старая собака, спит много.